Всем доброе утро. Так, вчера пришла моя мамская зарплата. Не вчера, а позавчера пришла моя мамская зарплата. Так я называю социальные выплаты по ребенку, потому что ребенка обеспечиваем мы, его родители, мама и папа. Мы ему покупаем все вне зависимости от социальных денег. Поэтому социальные деньги — это для меня как бонус, премия. Ну, мы так воспринимаем, это, в принципе, для нас это нормально. Может, кто-то считает по-другому, это тоже, ну, то есть это, у каждого есть свое мнение. Вот, но моя мамская зарплата пришла, это значит, что я вчера зависла на мейкапе и сделала большой заказ крутой. Жду сегодня курьера, который все это привезет, и мы сможем с вами распаковать. Так, а у меня, как обычно, я сделала, позанималась, и теперь готовлю нам витамины. После подготовки витаминов начну готовить нам завтрак. У нас омега, витамин К, витамин D3. Ой, господи. Так, минус одна витаминка. Ладно, возьму ее себе. Так, дальше витамин B-комплекс и C-комплекс. Ой, ну, B-комплекс и просто C-витамин. Так, что там дальше идет? Дальше магний. Все отдельности, потому что в комплексах, например, я покупаю большое количество магния и всего побольше, а в комплексах очень маленькое соотношение всего этого. Так, и дальше это у нас витамин, ну, цитрат калию какой-то. Но он, смотрите, жерло калия, который нормализует водно-минеральный баланс. Короче, это очень хорошо для вот это, если ты отекаешь, всякое такое, цитрат калия это помогает. И я себе беру гиалуроновую кислоту. Еще дополнительно у Андрея ее нет. Ему я не даю ее. И биотин. Это, ну, в общем, то же самое, что просто я могла себе купить комплекс для женщин на волосы, ногти и кожа. Я просто посмотрела, что туда входит, и взяла себе это в отдельности. Для того, чтобы, ну, смысл убрать комплекс. Вот. А у Данулечки у нас сейчас тоже витамин D, только у него витамин D в капельках. У нас, кстати, они уже скоро закончатся. Ну как скоро, господи, не видно. Вот они, вот посюда. А-а-а! Не видно. Ладно, не важно. О, вот. Видите, у нас все видно. Так, я ему беру силиконовую ложечку и туда капаю две ложечки. Силиконовую не увидела, поэтому беру маленькую для капелек всегда. Ой, мимо. Раз. Я делаю три, потому что все равно ему не попадает в рот все с ложки. Он не умеет прям обрезать. Так, сын, ты у кого это вчера увидел по поводу ложек? Давай ложек. Давай. Все, у меня просто на ложке еще остается, поэтому даю три. Он все равно две не съедает. Ну как, тебе нравится витамин D? Тебе нравится витамин D, Зай? Нет, не нравится. Или нравится? Тебе нравится? Тебе нравится. Мам, мальчик такой. Мамочек, ты мальчик у меня, да? Ты мой. Ты мой люботик. Ты что, так у мамы в животе лежал? Ты мальчик, да? О, иди играй. Так, все, витамины всем дала. Всем вот это. Что, на ручки еще? Ну, мама должна готовить завтрак. О, расти большой-большой, не будь лапшой. Еще? Давай. Расти большой-большой, не будь лапшой. Давай. Расти большой-большой, не будь лапшой. Расти большой-большой. Вот так. Тебя мультик включить? Будешь смотреть мультик, пока мама будет готовить? Да?
не трогай. Все. У тебя тут идет мультик, а мама готовит. Все. У ребенка свобода, она разбирается в полочках. Зато у меня тоже свобода. Я могу готовить спокойно тогда. А готовлю я нам что? Я готовлю нам салат и яичницу. Шарик. Ой. Так. И приготовим мужу коктейль. Найдем еще кубики. Сюда же положим помидорку уже сразу. Голубой кубик. Вместе с салатиком. Что нам надо было? Так, все, теперь надо это все сделать. Вот я мешаю большой кубики, потому что мне по-другому неудобно. Сделаем сейчас протеин. Протеин я уже показывала, как я делаю. Заходите в предыдущий влог. Там все было показано. И фиолетовый. Боюсь, скоро и на ЗОЖ перейдем. Потому что мы не кушаем сейчас ни сухариков, ничего. Вот жаркого мы реально ничего сейчас не кушаем, кроме того, что грешим очень редко. У нас уже даже давно не было такой вот воды. У нас кола была когда там? Дня, наверное, 5 назад. Но мы лимонный лимонад домашний пьем. Вот и все. Так. Можно, кстати, протеин делать на воде. Раньше Андрей пил только на воде. Но потому что в основу это сыроваточный. Смогу сказать, что у нас вообще протеин входит в этот. Так, в этот протеин у нас входит концентрат сырого... Тковый белковый, сухий изолят молочного белка, сухое с нажиренным молоко, изолят молочного протеина, казеин, сыроватка молочно-сухая, какао-порошок, шоколадный смак, камедь каштанова, ароматизатор банан, сель харчевого, карагинан, пиццулоджувачи, ацесульфам, сукралоза. Так, ну короче, очень прикольная штука. И сама по себе, из-за того, что здесь это типа на сыроватке, на молоке, оно очень вкусное, даже просто с водой. Но, блин, с молоком просто, это нереальный вкус. Ну, просто тупо банановое молоко, которое я покупаю нам всегда в магазине, потому что я очень люблю это банановое молоко. Клубничное, шоколадное, но банановое, это просто моя прям любовь. Все, и это перемешиваем, и оно так божественно вкусно. Вы себе просто даже представить не можете. Видите, видите? Зарисовочки этой талии прекрасной. Ой. Ты куда? Красота. Блин, ну реально вкусно. Вот, типа, кроме шуток. Игрушечный молоток. Здорово. Боже мой. По кнопкам можно стучать молотком. Банановое молоко, реально. Кайф. Просто кайф. Загорелась кнопка со свистком. Стукни по ней. Силофон. Барабан. Прикиньте, насколько я вспенила молоко. Вот сюда наливала молоко сюда. Теперь оно здесь. Короче, Андрей просто как раз оно устоится к моменту, когда Андрей закончит заниматься, потому что Андрей занимается уже давно на продвинутом, ну, на самом максимальном уровне. Он делает упражнения сейчас. Раньше он делал только на пресс. Мы 3 месяца делали на пресс. Я перед этим делала, привела свою фигуру в порядок. И сейчас делала на пресс и добавила еще ноги. Жопу, потому что к лету жопу надо подтянуть. Плюс я заметила, что как только я начала заниматься на ноги, у меня целлюлит практически прошел. Я еще сейчас распакую, тоже очень классную штуку заказала, потому что
почитав отзывы, заинтересовалась, все просто сходят с ума по одному кремчику, потому что он, я заказала два, один тот, который я на ночь буду мазать, второй тот, который буду мазать днем, потому что один тот, который прям сильно жжет, и прям типа первые 10 минут это так легкое типа согревание, а потом на протяжении 3-4 часов у тебя прям жесткий огнище. Вот, и все говорят о подтянутости кожи, все пишут просто о том, что заказывают на постоянную основу, постоянно это делают, потому что нам каждый день надо мазать, потому что целлюлита нет, кожа подтянулась, и также заказала, ну, в общем, это уже по ссылке более подробно будет. Чё ты вешаешься на маму? Вот чё ты вешаешься на маму? Моя красота! Жёлтая? Ты моя красота! Ты моя красота! Все, иди, зай. Вон, бери. Бери, что это? Ну, зай, мама должна готовить. Да. Ну, ты посмотри на этого ребенка. Давайте, занимаемся на этот. Плечи, руки и пресс. Раз. Два. Три. Четыре. Зай, я нашла тебе гантелю. Да ты шо? Смотри. Тут работает пресс, плечи, руки, смотри. Спина. Раз. Два. Держи, попробуй. Я просто не могу готовить. Сколько их получилось? Лучше с мамой, да? Три, так тебе не надо вверх поднимать так сильно. Да я же не чувствую. Ты можешь взять, я не могу поставить, он отцепился. Так, в общем, готовочка. Зай, займись. Готовочка пойдет сейчас полным ходом. Подключай здесь. Алена, ты куда? Так, мы только что съездили в Новус. Да, Нулька там уснул в колясе, но мы приехали домой, и кто-то помог проснуться нашему Дану. Поэтому держите, чтобы я могла распаковку. Боже, какая вы свинька. Свинька трошки. Все, все в воде, и подбородок в воде, и кофта в воде. О, чистюля. Дан, смотри, что мама купила тебе. Да, Нуля. Дан, смотри, дай. Смотри, а что это такое? Смотри. Сейчас. Жди. Жди, жди, жди. Где, где, где? Вот, вот, вот. О, кружечки. Ага. Ой, буква П лежала. Знаешь, что это, Дан? Мастер нашел букву П. И косметика. Кукурузные палочки. Кусай. А малыш Лёва на месте. А чуть-чуть. Сегодня он будет собирать новое слово. Вкусненько, да? Вот сколько у него шариков с буквами. Грибочки. Ага. Купили бананчики. Какое же слово? Ты да. Купили приправки. Взяли лоялистные грибы. Приправу взяла 15 овощей и пряностей. Пикап? Взяла нам, чтобы салат присыпать, немножко вот этим цезарем. Так. Взяли это помидоры. Взяли огурцы. Взяли вот такое вот как? Средство, которым пшикать этот, как это называется? Поверхность. Заюш, вот я тебе уже объяснила, что средства моющие не кладут. Их ставят, даже в пакетах их все ставят.
Конечно, оно по бокам. Вот здесь протекает, вот здесь может протекать, здесь может протекать. Но ни одного еще слезу не кладет. Так, лук сушеный еще взяла. У нас есть чеснок сушеный, есть лук теперь еще сушеный. Взяли до нульки агушу. Пару штучек, чтобы было на запасе. Ой, достать. Взяли тыкву, сейчас нарежем. Правильно, Лёва. Да, нарежем. Буква П. Но это же буква. Взяли сардинку, взяли этот сырок. Можно разделать? Раздень. Издевайся. А, взяли моющее средство для пола, для линолеума, которое тоже протекло у нас. У нас все моющие средства протекли, потому что у меня муж все моющие средства бесконечно кладет. Вам нужен еще один шарик. Лук. Давайте его найдем. И взяли себе две новые чашечки, которые уже помылись во всех моющих средствах. Кстати, Андрей себе взял цвет фуксии, я взяла себе малиновую. Красивый. Ага. Яркие, летние, прикольненькие. Надо было, чтобы люди угадали, где чья. Наконец-то. Она вообще сказала, что это женский цвет, представляете? Какую выбросить? Какую оставить? Две новые купили, надо выбросить какие-то. Вот эти вот зимние выкинуть, да? У нас есть место, где их можно применить. Да, в принципе, можно не выбрасывать. Мы ничего не выбрасываем, беда. Молодцы. Теперь все буквы на месте. И как? О! Так, это все, что мы купили. Теперь все. Да? Да, по второму кофейку новых чашечков. И мне уже интересно понюхать, как этот сантлин пахнет, потому что у нас есть сантлин для пола, но там для паркета и ламината. Он с силиконом. Да, с силиконом. И он безумно вкусно пахнет. Разочарован. Может быть, в общей типа сложности оно будет вкусно, да. Но там даже в упаковке оно очень-очень ароматно пахнет. Просто после мытья сантлином у нас, во-первых, пол сохраняется долго чистым, во-вторых, запах долго, вкусный, чистый запах. А этот, ну, такой себе. Вон, хлоркой воняет. Да? Не знаю. Хлоркой, не хлоркой. Но чем-то неприятным пахнет. Так, ты мне обещал, что ты каким-то образом мне достанешь этот ящик. Мне нужно этот ящик достать, чтобы произвести ревизию по приправам. Давай. А что выделишь, чтобы я нашел это? Можно, чтобы он подавился? Ну, пожалуйста. Он не подавится, просто здесь сейчас будет грязно, и его нужно будет переодеть, потому что оно липкое сразу становится. Здрасте, не подавится, он тут подавится. Чего это? Потому что кукурузные палочки очень крепкие, и когда он вздохнет, по-моему, оно... Они сразу мокрые, они липкие очень. Что, давился когда-то кукурузными палочками? Хорошо, я всем давился. Я сейчас до сих пор давлюсь. И кукурузную палочку. Попробуй смеяться во время еды кукурузных палочек, а что поймешь? Запихиваешь просто, знаешь, много кукурузных палочек, потому что я тебя не понимаю. Пока я не могу тебя понять. Господи, не разваливай, пожалуйста. Попробуй
Боже, весь. Кошмар. Мама такое не выйдет. Итак, Иришка, распаковка в деле. Одну минуту. Беру мейкап. Сейчас с вами распакуем. Полезная пища, ребят. Я только полезную для меня. Да, я. Что? Ты поставляешь меня. Сейчас я все просто достану с пакета, чтобы не шуметь, окей, ребят? Так будет проще. Вау, смотрите. Мне мейкап в подарок прислал. Вау! Какой-то пенал. Ну, прикольненько, дорогу для косметики. Так, красненький, прикольно. Так, я заказала. Вот, это то, о чем я говорила. Сейчас. Вот этот вот крем. Это крем. Это... А, вот, это два разных, да. Вот этот, это тот, который антицеллюлитный, который говорят, что на попке горит как огонь просто. Вот, вот этот вот. И все по отзывам его рекомендуют, берут уже по много раз, говорят, что прям он супер крутой. Господи, мне так нравится здесь освещение, у меня такое лицо чистое, типа без прыщей. Вот. Да. Здесь типа морской коллаген и водоросли стимулируют кровообращение, выравнивает рельеф, подтягивая кожу. Вот. Поэтому буду вот это вот наносить с утра, потому что 3-4 часа, говорят, горит. Вот. А вот это буду на ночь наносить. Тоже сейчас. Значит, вот такой вот крем Salon Spa. Для домашнего и профессионального применения крем антицеллюлит. Моделирующий для тела, содержит минералы мертвого моря. В общем, он не имеет согревающего эффекта, но имеет увлажнение и подтяжку кожи. Вот, это на ночь. Я себе заказала. Также я заказала себе умывашку для лица с микрогранулами. Тоже очень много о ней отзывов начиталось. Вкусненько пахнет. Вот себе позорка. Да, я же почувствовала, мне кто-то буцает в попу. Да, взяла также себе вот такой вот крем для лица увлажняющий. Тоже хочу его на ночь, потому что днем я, вернее, утром я наношу себе гель алоэ вера, который холика-холика, а вечером буду себе вот такой вот крем для молодой кожи. Так, и своему маленькому любименькому ребенку купила крем под подгузник. Вот такой вот. Это в подарок, потому что я заказала ему крем от опрелостей, то что мы можем ему только на ночь. Вот, поэтому я заказала крем от опрелостей, и в подарок нам дали крем под подгузник. Такой ББ. Говорят, очень классный, тоже очень много хороших отзывов начиталось. Решили попробовать. Это мусор? Да. Так вот, с коробкой этой выпустим, потому что у нас уже миллион коробок. Да, не надо нам такая коробка. Да, не надо, у нас уже миллион этих коробок. Так, и сбылась моя мечта. Во-первых, я заказала себе гель-фиксатор для бровей. Тоже хорошие отзывы все, что работает хорошо, но тут надо эту штуку оторвать аккуратненько, я потом оторву. И тоже хорошие отзывы об этой щеточке для сухого массажа. Где спальня?
в холодильнике. Это не для того, чтобы чесать. О, боже. Теперь я знала, что понравится. Лучший обзор в распаковке. Это для ног. Еще чуть-чуть, пожалуйста. Для живота. О, какой она жесткая. Эта часть, пожалуйста. Она очень жесткая, да? Она идеальная, блядь. Посильнее дай. Все, спасибо. Короче, это для сухого массажа. Буду массировать себе здесь, меня живот. Будет, офигеть, надо к этому привыкнуть. Ну, все говорят, что она сначала очень жесткая, а потом ты привыкаешь к ней. Вот, я очень себе мечтала щетку для сухого массажа. Наконец-то она у меня теперь есть, и можно все массировать, подтягивать кожу. Все массировать? Захожу, боюсь, если ты это опробуешь на всем том, о чем ты подумал, то тебе не понравится. Ты так думаешь? Слушай, оно слишком жесткое. Оно тебя разодрет, раздерет. Так. Яйцо с сюрпризом, да, будет. Да ну, ты яйцо с сюрпризом. Так, вот такой вот гель для бровей. Вау, интересненько. Сейчас давайте нанесем вместе. Будет интересненько. Надо сейчас откроем. Ну, смотрите, при этом освещение тоже неплохо выглядит, да? Крышечкой. Да у меня уже не фиксируются так хорошо брови. Вот. А вот здесь яйца не видно. Отлично. Да, где-то яйца не видно. Заюш, я помогу тебе найти яйцо. Не переживай. Твои глаза. Твои глаза. И появится яйцо. Господи, что ж это такое-то? С моей банкой. Песочница? Да ну, вот ржи дует. Холодно. Короче, говорят, что хорошо фиксируют брови. Посмотрим. Я поделюсь с вами потом еще своим отзывом. Фу, какая-то писька. Найти яйцо? Горячо. Нет, горячо, Заюш. Мася нашла яйцо. Ну, наконец. Все, супер. В общем, буду тестировать все на себе и потом вам говорить, как она. Сейчас вы знаете, что намажу антицеллюлит, но мне прям тоже интересненько, как она. Вот это сейчас каждый день же даем Дану творог с бананом. И бананы перепробовали уже во всех магазинах. И вкуснее, чем в Новосе, ну реально мы еще не нашли бананы. Они нереально просто вкусные, они идеальной консистенции. Всегда вон они идут с такой вот наклейкой. Просто попробуйте эти бананы, они очень-очень вкусные, в меру сладкие, в меру хрустящие, в меру мягкие, в меру твердые. Короче, не знаю, нам очень нравится. Рекомендую попробовать. Я тут затеяла готовить пюрешечку, пол банана Дану творожок, пол банана маме осталось. Кстати, брови хорошо зафиксировала, мне очень нравятся. Они прям такие творненькие, но нет такого, что прям прилипло все. Вот. Я уже заметила тесто для блинчиков, сейчас еще нарежу грибы, как раз доварится картошка. Я пожарю блинчики, пожарю потом грибы, все это сделаю. Такие вот у нас дела. А еще не снимайте видео с себя во рту, это некрасиво. Как делаю это я. Сейчас нужно помыть грибы. Можно
влиться в буквально и будет супер. Понравились нам просто грибы, вернее блинчики с грибами. Просто очень идеальный запах. Два яичка, блинчики с грибами и салат. Сварила, перемолола, уже все нарезала для начинки. Вот, все готово. А, готовлю сейчас блинчики, жарю. А это дело не быстрое, поэтому это сейчас очень много времени займет. И мы тут мультики смотрим. И Данулька намил лобешник вот здесь вот. С Кирой стояли, не знаю, что там произошло. Короче, и Дан упал. Но он у нас бесконечно падает. То здесь упадет, то здесь. Он находит все углы и об них бьется. Да, сын? Сын! Ах ты! Я тебя поймала! Ой, так что такие дела. Жарим блинчики. Да, нам выпустили нашу собаку, потому что она сходит с ума дома. У нее собачьи весенние инстинкты. У нее дурки, во-первых. На солнце она чилит днем. А вот это по вечерам она выходит, нагалкается и приходит домой довольна. Или как же я устала уже за жаркой блинов. Практически нагарила целую стопочку блинчиков. Но у меня они не это. Небольшая стопка, но как раз для начинки ее хватает. Вот. Что еще? Последний блинчик сейчас дожарю. И наконец-то можно грибы и сыр. Человеку одела этот. Полотенечко икеевское, потому что у него слюни просто текут ручьем. Все грызет, все крушит. Ну ничего страшного, зато я уже 3 часа вот это вот. Я сначала готовила, потом еще здесь убирала, но по 3 часа с ним нормально справляюсь. И тут бегает, он уже успел сходить в туалет несколько раз, я его уже помыла несколько раз. Мы с ним даже уже и побегали по дому, подурели, и пощекотались, и поцеловались, и пообнимались. Вот все по-новому начинает бегать. А, я, кстати, тейпы наклеила на живот, забыла сказать. На живот и на растяжки. У меня остатки растяжек есть. А в прошлые разы, когда я попадали тейп именно на растяжки, там прям следами так типа оставалось на попе, где был тейп наклеен, там нету растяжки синей. Вот, я наклеила конкретно на попу, на растяжки синие, типа, чтобы полностью убрать, потому что, типа, ну, тейпы при гематомах тоже используют, при синяках, которые долго не сходят, оно прям, можно найти кучу фотографий в интернете, как тейпы действуют на синяки, гематомы, растяжки, прям результаты. Также можно, ну, вообще все, очень универсальная штука. И вот сейчас вы можете понаблюдать внимательно. Натали Love My Body называется ее профиль в Инстаграме. Она сейчас, она проходила много просто недавно обучения и сейчас запустила свой марафон по тестированию. Тоже она на разных людях с разными причинами их тестировала. И тоже об этом очень много интересной информации. Зажариваем и буду ужинать моего ребенка, потому что ужин для мужа. Я приготовила ужин для ребенка, приготовила, а теперь нужно всех накормить. Первый покушает Дан, а потом уже мой. Я скоро уже приедет домой. Кстати, не работаю даже в такси сейчас. Ну, я уже много раз говорила, наверное, что мы не работаем уже в такси. Только по пути берем людей и все. Потому что коробку должны как-то починить. Занимаюсь другими рабочими моментами, рабочими вопросами, но об этом я расскажу чуть поподробнее, когда мы уже все это запустим, когда все получится, тогда вам буду подробно рассказывать, показывать, что у нас происходит сейчас. Все мокрое полотенечко. Давай ты попробуешь пойти сам. Я уже соскучилась за мамой, но мама еще не доготовила, да. Маме еще буквально чуть-чуть дать возможность.
нас данный, не знаю, момент, когда Андрей остался дома, он очень помог ему переучить Дана, сделать его более самостоятельным. Причем заслуга вот этого, это полностью Андрей, это я не отрицаю, потому что полностью Андрей его научил не сидеть на руках, а тусоваться рядом. Потом я ставлю, удается, все, он стоит сам. Не удается, но поднимаю еще раз. Вот. Так что сейчас намного все проще, потому что я могу спокойно отсюда пойти туда в спальню и не бежать, как сумасшедший. Он там даже если плачет, он сразу идет за мной. Или же он может даже не плакать и просто идет. Или не идет. Правда. Конкретно я эти блинчики больше готовить не буду. Я 3 часа на них потратила. Представляете, и еще дожаривается только у меня грибы. Я еще их не завернула. Ну, завернуть там ладно, это занимает 5-7 минут максимум. Но, блин, я уже устала, задолбалась. Уже ребенка пора укладывать. Ну, что его покормила. У меня хоть не голодная. Уже подготовлю судочек для блинчиков. Капец какой-то, просто ужас. Ника, перестань. Все, у нас весна. Частный сектор стал проходной зоной. Потому что все приезжают уже даже в частный сектор с квартир жить. И Мика просто на разрыв.